Уважаемые конкурсанты, поверьте, что конкурс открывает новые горизонты. С 95 года прошло много лет. За это время в моей судьбе много изменилось. И поверьте, изменилось в профессиональном плане все к лучшему. Мы сегодня встретились с Александром как родственники. Именно потому, что конкурс объединяет людей по принципу высокого профессионализма. Там нет причин для того, чтобы что-то делить. Там люди объединяются для того, чтобы выверять свои мысли, строить планы и думать о будущем. А будущее — это наши дети. Ребят, вы спустя много времени, когда сами станете взрослыми, будете с теплотой вспоминать своих учителей, которые в тяжелых буднях, поверьте, профессиональных, находят время для того, чтобы еще проявлять свои творческие умения, искать пути к вашим сердцам и душам и делать этот мир лучше. Я желаю всем успеха